Салют всем, друзья! С вами, как всегда, канал GG Family в количестве 2 единицы. Макс и Катя. Калюни ретро, наверное, 1.5 единицы, и доцент пол единицы. Мы играем в эскапист 2. В общем, опять эскапист. Загремели. Да, да, всем привет, всем привет. Да. Не можем выйти. Всем привет! Короче, сегодня у нас Дикий Запад. Да. Дикий поезд, дорога. Запад. Да все, все. Что вот ребят, кому создали иллюминаторов? Мы маляра грохнули. А что у него? Все, теперь краска была, краска была. У него краска была. Краску не нюхайте только там. Так, у нас физические управления, упражнения. Я прям как угадал. Надо подключаться. Ой, блин, а вы гляньте, они меняются. Катюх, нифига ты там это... подтягиваешься. Ничего, она слишком огромная. А это подъем переворотом сделаешь? Так, нормально. Так, я пойду помоюсь. Ты чё? Ой, извини, я случайно. Так. А чё ты моешься на моем месте? Я понимаю. Могу выйти отсюда, да? Типа, да, могу выйти. Слушайте, а вам крестик отображается на карте? Крестик? Да. На шее висит, а так нет. Я смотрю. А вон на карте комната, я вижу свиданий. А, да, вижу. Вижу. Слушайте, я правда не знаю, что он обозначает, но типа я могу вам показывать, где я нахожусь или куда надо. А, вот, Максим, на Т нажимаешь, и все, и крестик. Это не на карте надо, а тут типа надо. Ну да. Понял. Чё теперь? Типа... Калерис просрал режим. Какой? И повышен уровень безопасности. Я просрал. Так, у нас отдых, но нам надо качаться, чтобы... Это что, душ такой, что ли? Да, уличный. Да хватит приставать, Андрюх. Да это я здесь забил место, ё-моё. А что за крестик? Это кто-то поставил. Это вот я как раз выставлю. Я тебе не знаю, как убрать карту. Чёрная метка. Это где копать? Где клад зарыт? Мертвеца, да, зарыт где? Ну, блин. Ну всё нормально, помылись. Кто-нибудь здесь вообще находил, что можно лутать? Я просто бегаю, пока нифига ничего найти не могу, предметов никаких. А, ну тут смотри, тут есть какая-то... В камерах надо смотреть, наверное. А, в камерах. Интересно. В камерах есть что-то полезное. Так. Наверное. Ага. Короче, я пойду на работу. Я пока только туалетную бумагу нашел. Что-то не пошло. Она пригодится, поверь. Так. Банан. Я банан нашел. Блин, туалетную бумагу, банан... Полный сбор. Так, крысу. А что нам теперь делать? Какой план? Какой план? Что делать будем? Найти хоть какие-то... Ребят. Найти напильник. Найти напильник. Ребят, смотрите. У меня есть баночка краски. Ну и все, как бы. Ну, как бы... На этом мой план закончился. Какие предложения, да? Как бы второй план исходит из этого, но это не в эфире. Нет, можно, короче, шмот покрасить. Я могу разукрасить, походу. И под охрану косить, наверное. Ну-ка. А у меня баночка краски тоже есть. Только не у меня, нормально, а у Паркера значит... в столе. Можно это самое. Еще у Макса посмотрим, что там будет. Может, у него смотри. Так, у Макса есть скрепка. Вот. Отвертка! Можно отмычку сделать из скрепки. Я нашел что-то. У Макса нашел отвертку. Блин, нормально. Обед. Так. Уже обед? Ни хрена себе. Так, только, Калюнь, смотри, через эти... Это кто у нас там качается, ё-моё? Это я, футболист. Блин. Скоро же FIFA выходит, вот я и это, качаюсь. Сказать. И прикинь, она в таком же формате выйдет, да, 2D? Блин, вот номер будет. Так, ну-ка... Так, где вы там сели? Что? Так. Кактус. А как эти крестики теперь брать? А я не знаю. Бля, металлоискатель! Ёпа-мать, меня стреляют! Да, тут с вышек, походу, стреляют. Ёпа-мать. Что я видел, что тут стреляют. Не так. Ну все, Майкл Скофилд больше не в жизни. Че, убили? Это была последняя роль. Так, я понял. Так, а, блин. А что делать-то? Вот реально, вот, ребята, у вас вообще есть соображение? Чё-то кругом крестики какие-то, смотрите, то жёлтые, то красные. Отвертки есть. Отвертки есть. Нужно понять, что откручивать. А, тут есть, смотрите, тут есть эти шахты. Перекличка, ребят, перекличка. Шахты есть. Шахты есть. Люк. Может, попробовать? Ребят, ну, мы же на земле находимся, мы, наверное, и копать здесь можем. Так-то. Ну вот я тоже об этом подумал в первую очередь. Но я тогда лопату сделать?
А что, может, этот, как его найдем? А может, купить можно напильник? Еее! Я нашел напильник, у кого можно покупать. Заживем! А что ты пилить-то будешь? Только деньги нужны тебе. О, ребят, о, я наволочку нашел. Наволочку? И это, и электрощиток. Я, короче, могу карту найти, отскать. Решетку вижу, кстати. Вот тут можно открутить. Но тут ты ничего не распилишь, тут, потому что все бетонное. Я хочу так, себе вот эту физическую форму можно прям до соточки докачать. Ебастос. Вот где я сейчас? Ну, я крик стал желтенький. Так, вы на перекличку-то пришли, нет? Да, да, все. А, ну, все. Блин, захват подозреваемого! Иди нахер от меня! Ой. А ты что там сделал-то, что опять? Через... У меня сахар, что ли, определился в этом... В детекторе? Сахарок? Да. Слишком сладкий стал. Блин, слушайте, они у меня тут все столпились, короче, Максим, а я в шкафу сижу. Да, мы с тобой живем. Да. Так. Так, работа. Может, что на втором этаже есть? Я не знаю. Пока я просто полезного ничего не нашел. Ребят, спускайтесь в эти, в шахту вот в центре есть. Там, короче, я вот нашел, ну, много интересных мест. Какая-нибудь отвертка есть? Так, а ты зеленый, да? Была. Да, это слушай, это ж не шахта. Это ж не шахта. Ну это не шахта, а какой-то этаж. Да, ну тут это, тут много чего интересного. А вы где? Вы внизу, что ли, где-то? Или наверху, наоборот? Вот, смотрите, здесь можно решетку сломать, но она за металлоискателем находится. И в этом нет, вот тут вот можно сломать, смотри, Калёнь. Вот здесь. Опять сейчас. Сука. Так это вниз, это на этот, на предыдущий этаж. Сука. А что вы, это? Чёрт, а. Это вниз, блин, второй этаж. Чёрт, а? Да что ж такое-то, а? Что ж за несчастье-то такое? Это, короче, надо форму охранника раздобыть, либо медика. И все. У кого-нибудь есть это? Как ее? Форма охранника? Нет. Так, вот тут тоже решетка есть. О, да они тут повсюду, эти решетки. Чёрт, они карту у меня все-таки видели. Вот зараза. О, у меня есть гвозди. Вот кругом решетки. Как металлическая пружина, носок. Нужна красная эта карточка нужна. О, банан. Ой, нету. Наверное, перекличка. Работа. Офигеть, тут на работу не сходил, сразу за того собаки бегал. Ты что, не сходила, что ли? Блин, а? Я там возьму работу. Душ. Так надо прийти, просто отметиться, что ты типа хочешь на работу. А тут, пацаны, а тут какой-то подвал типа есть. Лестница вниз уходит. Так, сейчас. Тут, если подержать дверь, то можно пройти вниз. Ну-ка, да? Подожди. Какого цвета? Сейчас какого я иду. Цвета? Так, ты красная, да? Я красного. Так, а да-да-да. Ты же на втором этаже была, как ты слезла? Кого я не была на втором этаже? Ты а вот еще спуск, смотри, вот. Ой, блин, это я куда попал? Ой, блин. Наоборот, третий этаж, походу. А, вот эту дверь ты говоришь? Да-да. Давай, я открываю, я открываю, а ты заходи. Давай. Я к вам. Заходи. Ага, все зашла. Что-то ох, нихрена себе, я в какую-то шахту попала. О, я тоже хочу. Так, черт. Давайте, проходите все вместе. Да что ж такое? Давайте я кнопку подержу. Да, изнутри. О, хорошо. Заходите. Да вы охренели стрелять в меня. Я нажми. Вы видите, какая тут шахта? Жесть. Надо держать, чтобы... Давайте, я кнопку держу. Андрюха там пока все... Отпусти, я могу... Я тут как всегда, это самое, отвлекающее. О, тут это, прочная кирка есть, офигеть. Кирка, копаем! Копатели, а? Походите, если что. Может быть, тут что-нибудь полазим, посмотрим. Так, Максим, сейчас, сейчас. Я не могу долго держать. Тут рудники какие-то. Блять, на ужин сейчас не придем, сейчас поднимут охрану. Вот ёбаный, где киркой ломать надо. Тащи сюда кирку. Ломай. Я иду, иду. Вы как открыли-то это дело? Я вот возле этого стою. Я сейчас открою, я поднимусь. Я сейчас открою. А, ну давай. Я поднимусь, Катя. Давайте кто-нибудь. Нет, я гляну, может... А, да, открой меня, Катя. Катя, открой, открой. Я сейчас... Кто-нибудь открывайте быстрее. Так, я немножко пропилил уже. Да, подожди. А, и отвертка сломалась, что ли? Нет, у меня еще 70%. О, я лопатку нашла. Блядь. Легкая лопатка. Давай. Быстрее, давай, открывай. Ух, собаки. Надеюсь, меня здесь не найду. Заходи, 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 Андрюха, быстрее заходи. У вас там собаки забежали туда. Да все, не копай. Дверь открыл быстрее. Да у вас собаки там в туннеле, вы что там... Да, собаки тут сидят, но они ничего не могут сделать.
Калюня красава. Они вверх побежали. Катя, открывай! Пошли, открывай, Кать. Они ж не могут... Короче, идите за мной. Открывай! Хорошо. Всё. Блин, а? Я ещё лопату нашу. А все равно у нас же не лопаты, не кирки. Блин, у меня немножко не хватит, ребят. Максим тут пробил немного. А вот, Максим, кирка еще валяется. Ещё? Лёгкая кирка. Бери. Иди за мной. Ни хрена вы прошли вперед. Пойдем, вон, иди, долби. Или дай мне, скинь. А вы на карте не замечали? Там что, минные захоронения какие-то, да? Тут какое-то золото, короче. Вы там, надеюсь, газовые эти не копнете? Сейчас как рванется к чертовой матери, а ты искрой. Надо бомбануться, надо бомбануться. Так, что у нас тут? Ну прям на полу валяются инструменты. Я могу выбросить землю, сука, так и буду сбегать. О, земля. А нахрена земля? Закапывать за собой, чтобы эти не проникли. Так. Ага. Точно. Скорее всего. Слушайте, я тут уже это террария какая-то. Че, куда дальше? Ай, ты че меня бьете-то? Я хотел кулаками раздолбать землю. Ну что ты как-то не сдалось. Блин, Сёма, давайте, да? Возьмите, у меня энергия просто закончилась. Давай. У меня... Давай. Вот, возьмите. Ребят, вы там такая изоляция за нами, капец. Нас там потеряли, походу. Я чувствую, когда мы вылезем, у нас полный рот свинца будет. Вообще, стоит только появиться. А я просто пробегаю, смотрю лестницу вниз, и смотрю кнопкой и дверь, думаю, можно же пройти. Я, у меня может быть... Что-то мини-карта напоминает игру Сатира. Собаки не могут дверь открыть, они там сидели. А чего не могут выбросить-то, я не пойму. Калярис, давай. Нету больше. Нечего давать. Чего нету? Ну, у меня нету кирки больше. Я слом... А! Катя лопата. У меня лопата есть. Блин, давай, копай. Возьмите лопату, у меня энергии вообще нету. Давай, Андрюха тебе поделает, мы по очереди копаем. Мы распределяем. Япона мать. Задать. Тут носок. Я подниму. Носочки. Как землю выкинуть, скажите мне? Я не могу. Зажимаешь правую кнопку мыши? А, землю, да, землю нельзя выбросить. Это такая же. Нельзя? А чё она не выбрасывается? Короче, я на волочке. Я, короче, унитаз, походу, только, наверное, можно выкинуть. Блин, полный рот. Полный рот, господи. Полные карманы земли, блин, а? У меня тоже, да, у меня есть. Тоже энергия закончилась, знаете. Бери, вот. Иди, подходи прямо. Давай. И копай. Давайте. Мне кажется, что мы никуда здесь не выйдем. Копайте кто-нибудь. Изоляция сейчас закончится, кстати. Да хоть что-то сделать. Да, по-моему, изоляция уже не закончится. Блин, у меня тоже закончилось. А, смотрите, изоляция прошла, и никому нахер никто тебе не нужен. Такие подумали, ну и позже, да? У кого есть выносливость? А? У меня есть выносливость, да, я бери, полный. Копай. Ну а чё, кто-то взял. Катя, дай. Ой, а что такое постоянно? Сейчас. Катя, отдай. У меня тут есть, я тут... А у нас больше нечем ломать, есть еще что-то? Не-а. А то... Можно не походить, знаю, поискать, будет. Конечно. Всё, берите... Ой, пошли постоянно скип. Берите лопатку. Да вы уходите. Ну, я нашла вот кирку легкую, которую мы истратили, эту лопатку, они просто так валяли. Чё, ну тогда еще посмотреть. Земля. У меня от земли две штуки тоже есть, и не могу ее поставить. Ее надо прям ставить именно в этот. Я не пойму, как, блядь, это какая-то, мне кажется, заброшенная вообще шахта. А давай, может, там что-нибудь в столе гениалось? Ну, так. Что-то не поможет. Блядь, мне кажется, мы пилим вообще не туда, если честно. Сваливаем! Опять изоляция, да ебана мать! Выключить свет, изоляция, о боже. Слушайте, тут... О, кирку! Нашли, да? Кирку. Ну что за херня сейчас была? Тут стульчик есть, пойдем посидим. О, топор! Или что это? Он не такой валяется. Молоток, молоток, не берется вроде. Ну что, копаем теперь, давай следующую? Конечно. Вправую, в левую, я там с этой, в Кате встретился. Да, все понял, бегу. Блин, я только от тебя убежал, Катя. Макс, не пройдешь ты там. Зачем, Кать? Ты ломаешь, ну, да? Стол, может быть, там столик. Блин, лопата ломается. Давайте я посижу. Офигеть, лопата сломалась, вообще здорово. И что нам надо делать? Надо киркой, надо киркой. Давай, у меня кирка есть. У меня же кирка есть. Я ждал. Ну так давай. Я иду. Дальше я. Ребят, как землю-то выкинуть? У тебя полный карман из земли. Да, у меня собаки! Жрите. Ребят, мы походу просто возвращаемся куда-то назад. Понимаете, там собаки бегают. Но если мы пойдем налево, мы тоже вернемся назад. Ну да, по сути, это логично. Поэтому я просто... А вот, смотри, куда землю можно ставить, слышишь? Андрюк, смотри. Куда?
Куда? Сейчас. Вроде бы сюда можно. Это целое искусство поставить. А, кусок нет, земли. Да, отпусти пока, отпусти. Нельзя. А, не всем дано, да? Я кончилась энергия. Землей разбрасываться. Будешь это, будешь копать, то мне энергия закончится. Буду. Давай, пока посижу. Посмотрю. Да. Ну что, долбим это, да? Собаки, открывай быстрей! Блядь, меня убили. А тебя-то как, нифига? Давай. Где мы сейчас с Андрюхой выйдем? Это единственный вопрос, потому что это единственное место, куда можно прокопать. Мы потратили... Калюня, очень... копай! Чем? А, давай. Вон! Точно. Давай! Я думал, что у тебя закончилось так тихо сейчас. Давай. Да я понял. Я, короче, сижу. Сейчас чувствую загрозу. Сидите. Мы сейчас, может быть, чем-нибудь найдем с Максимом. Да там это, с перекличкой там. Макс, ты давай там это, как-то за нас с Калюней там. Хорошо. Там Калюня здесь. Так, что, все что ли, 10% не хватило? Да. Блин, слушай, там собаки нас встречают. Может, что-нибудь сделать? Калюнь. На карте, да, Максим? Я видел. Сейчас, бегу. Да ты глянь, они стоят и не уходят теперь, они нас ждут. Принесите нам пирку. Как быть-то? Ай! Ты чё? Близко не подходи. Пусть это бьют. Они меня не били. Боятся, походу. А, так они за мной! Они Максима через дверь убили. Да, меня через дверь убили. А, то есть они за тобой? То есть я чё, чистенький, что ли, ещё, получается? Не, нас всех ещё, скорее всего. Максим, а ты чё не... Чё ты мне землю выкладывал? Золотая. Где медработник? Блин, чё, успеваем, не успеваем? Слушайте, мне кажется, в подвале делать нехер. Блин, теперь меня едят. А, это моё? Калюнь, ты так валяться печально. И как она... Ты видел? Зашибись. Я видел. Калюнь, ты походу не скоро выйдешь отсюда. Блять, мы же не выйдем отсюда теперь, Кать. О, боже. Ищите. Калюнь, погоди-ка. Калюнь. Да. Я тебя не оставлю. О, блин. Она меня перекинула сквозь... Ребята, ты телепортировался. Мы почти сбежали. Она меня за тюрьмой тащит. Собаки тоже были за тюрьмой. Мы сбежали. В смысле вы сбежали, а мы... Так в смысле меня она тащит обратно в тюрьму? Через... Она меня из-за ограждений тащит. На руках. Мы с Андрюхой... Я возвращаюсь. Надо найти кирку. Одна кирка нужна. Ребят, самое что интересное, на меня никто охоту до сих пор не объявил. Свет сейчас выключаться будет. Спрячься в шкафчик и все, мы сбежали. Прикинь, какой шкафчик тут? Зачем ты себя затопил, Максим? Просто. Я тут не знаю теперь, как выбраться отсюда. Я тихо, мать. Так, кирка нужна. Нужен ломик. Какая-то ручка и изолента. Ручка, это все можно купить. Нам нужно... ручки, кружок. 10% осталось. Андрюх, побегай там, посмотри, может. А, там... а ручку я можно самим сделать. Там. Ручка это напильник и бревно. Нужно, короче, выполнить миссию, либо сейчас найти напильник. Да, тут, короче, ребята, все упирается в задание, как-никак. Они обновляются, там и ресурсы, там и деньги, там и свобода. В ящичках надо посмотреть, в ящичках смотрите. Может, у заключенных же обновляются все это дело? Блин, да. Я что-то, блин, надо как тоже делать. Как обидел, там он какой-то. Блин, это сейчас нахер слепым. Все-таки можно, да, через шахту? Слушайте, Андрюха-то сейчас не ляжет спать, и мы будем вот это как дебилы. Да, уже вот скоро именно. Вставать. А, имею в виду, а там можно, да, все-таки сбежать через... Стойте, меня сейчас все, это конец. Убьет. Меня сейчас псы убьют, причем у меня хотя бы нету как бы этого. Опа-на, все. А, давай несколько часов просто на паузу. Сиди, мы сейчас просидим. Я уже, ребята, все, представился. Я боюсь, что они заделают. Я боюсь, что они все это дело заделают. Во, слушайте, медсестры вообще какие-то фантомы долбанные, прямо сквозь стены ходят. А тебя, кстати, тоже тебя понесли в ту сторону? Нет, она такая появилась, такая, знаешь, и как Слендер такая, хлопс, исчезла, короче. Она Максима через забор вообще как-то схватила и побежала. Через дверь. Блин, слушайте, она вообще, короче, появилась... Главное, чтобы реально не заделали, потому что если заделать, это будет жопа, мы просто зря бегали. Вам не удалось сделать одолжение, мне написали. Что, тебя несет, она тебя уносит, да? Да, на парашу отправили меня. Так, да что ж такое? Так она тебя понесла по тому же пути, что и меня? Этот, нет, через... она появилась вообще с другой стороны этой туннеля, в самом низу, короче. И она тебя... вылетела там. И как она тебя понесла?
гном какой-то. И да и это что, она понесла меня это... Туда, куда мы... Кратчайшим путем, как вот мы спускались, так и это самое. Блин, мне теперь в камеру вернуться надо как-то успеть. Слушай, она, видишь, его понесла в другую сторону. Подожди, да я тоже... А меня прям через выход. Подожди, мы все. Что, уже свет. Дай я попробую тебе ударить так. О, а я что, могу к любому в камеру зайти? Слушай, а что теперь не могу? Господь. Тут мог, а теперь не мог, да. Катя. Странно как-то. Господь. Спать, короче. Можно спать? Спать. Все легли? Спать. Да сейчас уже я перекличка будет. Я лег. Че спать ложиться? Я только лег, ё-моё. Все. Что за жизнь жестокая? Слушайте, а тут какие-то вон еще генераторы есть. Даляк, подожди. Пофигу, и мы уже знаем, как сбежать надо. Ну их нафиг эти генераторы. Я предлагаю просто валить. Просто валить. Блин, нет, давай сейчас на перекличку и пойдем. Один день побегаем. Так у нас нету. Блин, ребят, тут я у протонатора, короче, нашел столько лута, блин. У него тут гвозди, швабра, напильник, мыло. Бери напильник. Надо напильник, да, я отвертку нашла. Да болты вроде напильник не очень нужны. Напильник и дерево, это мы сделаем ручку. Это уже сэкономим. Деньги. А я биту сделаю, короче, себе еще. Вот. Штырька есть. А куда я носки-то дел? Я тоже напильник нашел. Чего вы говорите? Как там это? Просто у меня интеллекта нет, у меня тупой персонаж. Нет, по умолчанию вроде бы 70 и все. Надо 40, надо 40. Так, Макс, тут как бы тебя заказывают, но я как бы против своих не иду, поэтому я сейчас отклоняю и втащу ему. Кейси, это чтобы ты знал, кто тебя сдал. Кейси, короче. Понял, да? Наводка, так сказать. И наводку. Ладно, тогда давайте интеллект покачаю. Наводку, да. Это, где мы сбегали? Го туда же. У нас есть напильник. Пойдем, пойдем. Куда? Ты знаешь, куда? А мы напильником разве что-то сделаем? Я пойду сейчас тоже возьму напильник, пойдем. И сваливаем. Давай. Все, ребят, мы сваливаем. Мы там можем обедать. Я отвертки возьму на всякий случай. У меня две отвертки. Да, бери отвертки, напильники, все, что сможем унести. Но единственный вопрос, как мы сделать сможем этот... А как? Что надо на кирку? Давайте, может быть, долутаем там. Что надо? Рыть, ломать, резать, драка. Сейчас, короче, глянем, что там на кирку надо. Рыть, ждать. На кирку надо, смотри, полено, скотч. Это прочная кирка. У меня скотч есть, если что. Блин, я так... Легкая кирка. Я скотч возьму. Я тоже пропустил. Легкая кирка есть какая-нибудь, нет? Облегченная. Это вообще фомка нужна. Черт, а? Говно-то какое, а? Главное, через металлоискатели эти не проходить. Облегченная кирка. Ломик нужен. Блин, а где мой ломик возьмем? Блин, нихрена себе, как Гордон Фриман, что ли, разгуливать? Ломик. Во, я доску нашел для этого, нормально. Я давно тоже находил. Лопата, подожди, лопата. Бля, что так дорого? В принципе, можно и лопату. Так она дорого делает. Блин, ребята, жетон шерифа нашел. Да я сейчас, короче, буду... Да ладно, ты чё, я сейчас буду это нацеплю и уже шериф. Нет, ну блин. Хрен его знает. А где тут работа? Да она тут повсюду, походу. Я не пойму, как легчайшая кирка делается. Кто мне может объяснить, как она делается? Я не могу найти. Так, надо, короче, шмонать, походу, по этим. Может быть, чего-нибудь найдем? Разыскивается в 9 штатах, ничего себе. Надеюсь, я пытаюсь что-нибудь найти. Я тоже. Во, я облегченная лопата. Я нашел облегченная. Да, у меня облегченная лопата. Тоже есть. Слушайте, облегченная лопата этот. Да нам просто ж одну стену сломать. Тетрадка или что это? Блять, что это? Лист железа, тетрадка. Я не пойму, что это за лист. Такой непонятный. Лист, а ты наведи на него. Да я ж на геймпаде тут наведу. Так. О. А, блин, я Коляриса лутаю. Продам. Посмотри. Пардон, попутал малыш. А как навести? Наведи, я не могу навести. О, таксофон, рот на замок, электрохлыст, чашка топ... О, электрохлыст за 50 монет сейчас закажу. Блин, ага, где же есть 50 монет? Блядь, я опять не успею сейчас никуда. Я не пойму, что это за лист. Лист железа, что ли, нужен или чего для лопаты? Да, скорее всего. Посмотри, пожалуйста, на второй вкладке. Так это за мной, походу. Да, за тобой. Так, ну у меня есть изолента. Есть гвозди.
Изолента есть? Так, да. Есть изолента, у меня доска. Нужно еще это. Быстренько. Что это за железный лист? Скину? Может мне объяснить? Кто-нибудь, кто может прочитать, что это такое? За... Посмотрите, легкая кирка как делается. Посмотрите. Так, я пока отвертки. Облегченная кирка. Подожди, я понял, отвертка, если есть этот, может вот эту херню отвести. Ребята, я ручку сейчас могу сделать. Смотрите, я ручку могу сделать. У меня есть этот. О, ништяк. Надо дерево и напильник. Я готовлю ручку. Давай. А я даже не знаю, куда идти, кстати. Вы помните вообще, куда идти надо? Нет. Так, короче, я сейчас это кого-нибудь попизжу, и чтобы меня скинули это. Сука, а. Тупой ублюдок, ничего не может, а. Блин, надо прокачать интеллект ему, а. Капец, не делает он у меня. Кто-нибудь может сделать? У кого за 40? Я же говорил, что... У всех по 30-ки, мне кажется. Так, у меня 35. Да надо 40 минимум. Короче, я прячу свои вещи. Пока. Пока в тайник положу. Потому что, блин, я думал, быстро свалим. Я в итоге, я просто не понимаю даже, куда идти надо. Блин, я реально потерял то место. Не, а почему не восстановить звездочки? Я думал, восстановит нам сейчас звездочки все. Блин, там кого-то бьют уже, походу. Так, а я, короче, бегу за этими жертвами, я буду забирать их лут. О, нормально. Так, чё? Качай интеллект сейчас хотя бы до 40 довести, чтобы... Да, давай, качай. Давай. Хоть кто-то тут в нашей семье ребят, будет умный. Ребят, я вот думаю, неспроста жетон шерифа. Он стоит 60 монет нафиг, дороже, чем напильник. Может быть, все-таки он неспроста нужен? Зная меня, я бы продал жетон шерифа. Ты тогда продал, подарил, так еще и бабла подкинул. Все, у меня 43 интеллекта. Нормально. Блин. Еще понять, где я хожу тут, я тут не понимаю, я запутался. Убегает постоянно. Сука, тупая тюрьма. Я потерялся. Короче, интеллект качаем, надо качать интеллект. Где тут подвал? Сахара, где тут подвал? Блин, волны накатили, откатили. Где тут подвал-то, я не знаю. Так. Пометьте крестик ему, пожалуйста. Я в душе не понимаю, где этот подвал. Сейчас я помечу. А, все, подожди, я понял. Я нашел. На карте нашел, вот как раз таки ты около него ходишь. Слушай, а как мы мимо металлоискателей к этому подвалу? А, через дома. А вот тут можно пройти. Здесь нет металлоискателя? Там, ну, где перекличка и потом вверх. Вот, так. Все понял. Смотрите, вот как вещи. А, ну я тогда вещи забираю, и я пошел. О. Все, иди, я сейчас к тебе тоже приду. Ребят, у вас ни у кого персы на месте не стоят? Да, у меня перестало все работать. А, да. Это значит... Так что держите, сейчас на кого-то хвост перейдет. Самый лучший шанс кому-нибудь втащить сейчас, вон я этот по охране, по всем. Не считается. А, все, все, Катя вышла. Все, там хвост да, знакомый. Блин, вы гляньте, куда я попал! Я к поварам попал из-за этого лага. Фига себе. Принеси мне, пожалуйста, пюрешки с курочкой. Нам всем можно покушать, только какой-то баланды. Блять, вас в камеру надо возвращаться. Блин, гал, ребята, гал. Так, за кем она бежит, я не знаю, за кем. Ребят, я вообще сквозь стены ходить начал. Офигеть. Я вообще сквозь стены теперь хожу. Это хороший шанс сбежать. Смотри, я реально... Я хожу сквозь стены, прямо... Блин. Иисус, блин. Калюнь, ты где? Я картошку чищу, сейчас приду, сейчас. Он, видишь, пюрешечки захотел. Я тут, блин. Пюрешка с котлетками была. Чёрт. Вот это... Не успею. Вот это огонь, а. А чё изоляция? Чё случилось? Я не успел в камеру прийти. Да я тут сквозь стены ходил, блин. Я вообще в любое место доступ имел. Слушайте, а это останется у меня? Ну, меня пристрелили. Я вообще мог, в принципе, за пределы тюрьмы уйти сейчас. Макс, можем выйти? Го ко мне сюда. Сейчас, нас в карцер понесли. О,
Слушайте, я, короче, сдох, и мне еще задание засчитали. Обалдеть, а. Короче, давайте будем тикать. У меня есть две отвертки, если у меня их не стырили. Го. Го. Сейчас мы. Максим, давай, что, как тошку чистить? У меня 5 звезд. А я двух оставил тут. Тебя только не хватает. Блин, у меня игра вся капец. Глюки такие. Я не чистить не могу. Ничего не могу. И, блин, так, и на работу он зайти отметится. Не могу. Ребят, на работе отметьтесь. А где она находится? А вот. У меня вообще нормально. У меня вот нет звезд вообще, поэтому мне отмечаться не стоит. Вот, где я, где я, где я? Ну, у меня 25 секунд, ребят. Я тут сейчас как вот бы иначе комнате. Не могу. Ой, блин, а. А тут просто в эту комнату заходить. Да, просто надо. Заходишь и все. Так, ну чё, го, отвертки тогда, все дела. Я стою. Так, ну я взял, короче, скотч и доску. Больше у меня ничего нет. Так, блин, а. Так, тут везде металлоискатели. Да, так, а как пройти? Да, не. Так, ну что, идем? Да-да-да, идем. Так, я сейчас тоже захвачу. Как, только осторожно с металлоискателей. Да. Я сейчас тоже... Так что, обходи все. Максим, ну я знаю. Ну, а вдруг не знаешь? Ну да, так. Вдруг за эти две минуты затупило. Я сейчас по миру пойду, пока меня там... Открывай. Давай, тебя так, так все, я... Вот кто допустил ко мне? Давай. Блин, что случилось? Что с игрой, а? А как нажать? Ну, что ж такое? А. Нажми просто. На Е нажми. Ребят, нажимай. А где проход? Нажимаю. А, посмотри, просто... где мы на карте находимся. Через, короче, две фиолетовые дверцы нужно пройти. Где перекличка так, туда? Так, иду. Вот, да-да-да, вот эту фиолетовую. Он не нажимает у меня. Фиолетовую. Давай, Коль, заходи, Коль! А, понял. Все, зашел. Я просто... Я нажал, заходи. Я тут! Блин, все, погнали. Нажмите на кнопочку, пожалуйста. Далее ничего нет, интересно. Ничего не появилось, да? Давайте. А, все, ну, проходите. Так, давай. Сука, меня цепляешь туда. Твою ж. Это, а, вот, все. Нормально. Поищем. Все, может, блин, брат, у меня все вообще. Вот 6. Нет, все нормально, открыть там ходы, я просто не в ту сторону. Да-да-да, все открыто. Это мы с вами длинный путь выбрали, понимаете? Мы могли бы короткий путь сделать. Реально, там две стены сломать, и мы убежали бы. А мы ломали длинный путь. Понимаете? Как? 10% остался, 10%. Че там есть? Энергии нет, правда. У меня нету. У меня полная, но я не знаю, как... У меня есть энергия. Там 10% осталось. Короче, я бы даже банан. Я могу слопать, и это как бы хорошо. А что, ни у кого ничего нет, что ли? Есть у кого ничего? У меня есть напильник. Ладно, давайте смотреть, что как делать. Да. Так, что? У меня есть штырь. У меня есть штырь гвозди. Давай. Отвертку иди возьми. А, иди попробуй побей. Вот смотрите, вот эту сторону бы мы сломали. Ребят, с вами. Ручка инструмента у кого-нибудь есть, мне ее сделать? Не, нету. А, нету. Да, я сейчас сломаю, ребят. Все, блин, о, нормально. Пошли. Блин, ты псов сюда сейчас. Ой, блин. И чё? Да хер не без. А, все сюда? О! Сваливай! Да ладно! А что такое? Блять, тогда ночью, походу, ночью надо. Ребята. Надо ночью бежать, значит, надо ночью бежать. А что такое случилось? Мы куда делись-то? Мы прошли через какую-то шахту. Но у нас это ж... У меня что? Камера встала вообще, нас... у вас тоже? У меня тоже встала, тоже, да. А мы сбежали, походу. Меня убили. Блин, кто меня тоже убили. Мы должны... Блин, как так-то? Ну как же так? Давайте хотя, посмотрим. Да, нас я... тоже пристрелили. Вот, 4 медика бежит. Да. Ну смотрите, вы прорыли. Смотрите, ребят, надо, короче, ночью идти, прям ночью бежать. Ну да, чтоб нас. Блин, а я, короче, мы можем сейчас успеть. Давайте сейчас посидим до ночи. Сейчас восстановимся, пока. Вот знаете, что надо было делать?
Надо было не копать, ну кто ж знал-то, с одной стороны. То, что псы обычно тут забегают, откуда мы бежали. Калюнь, ты помнишь, наверное, да? Да, 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 помню, конечно. Черт. Ну, давайте попробуем сейчас. Как раз сейчас ночь начинается, сейчас картошка быстренько. А вот теперь мы точно все вчетвером в карцере сидим. Да, идеально, 4 карцера, 4 тела. А я вообще, короче, это, когда сквозь стены ходил, я в какие-то секретные зоны попал, мне там что-то понаоткрывалось, вообще прямо жесть полная. Смотри, ачивки, что ли? Да, что-то там и эти прямо поперли. Да блин, что-то долго, да? Газырная тема была, я мог бы прямо что угодно достать вам. Только чисти тщательно, я не хочу с кожуркой жрать. И у меня до сих пор с костяками, блин, а. Я чистить нормально не могу. Так, подождите, давайте прям это, после переклички, давайте прям после переклички. Да, давайте на переклички сходим тогда. Я просто не знаю, где. Ребята, не выйдет. Ночью мы сможем сбежать только после 12, так? Почему? Ну да, сейчас перекличка и сразу пойдем туда. Отбой в камеру в 10 там или в 9. То есть они должны как бы убедиться, что мы в камерах, и только после мы должны выбрать. Мы из камер не выйдем. Да, отвертки. Камеры вот есть вентиляция? Вентиляция есть в камерах? Нету. Нету. А, там Пошли. Чего вы тупите? Пошли. Ну их нафиг. Не, на перекличку надо было сходить просто. Просто с переклички сразу тревогу объявляют. Да, потом уже не проверяют особо. Да, давайте на перекличку сходим и все, и сразу бежим. Давайте. Полковник Кустер. Никто. А, давайте хотя бы это... перекличка сейчас, что ли, нужна у вас? Пока нет. Ну скоро будет. Я просто не знаю, куда идти надо на перекличку. А скоро появится. Вот сейчас она перекличка будет и валим сразу. Вообще обалдеть, у меня... Не читает. Все, я отметился. Пойдем, Калюнь. Мы отметили. Все, го. Отметились. Все, погнали. Меня не чистит, не читает. У меня вообще, короче, что-то отупел в конец его, ублюдок, а? Вообще ничего не может. Почувствовать себя Иисусом, все можно. Давайте, держите. Проходите. Сейчас я кнопку держу. Максим, за... Все, держу кнопку. Проходи. Все, погнали. Давайте. Давай. Нажмите, у меня не получается почему-то нажимать. Давай. Главное, оставили девушку, ё-моё, тянуть дверь. Ну что такое? На перегонки. Все. Погнали. Так, ну сейчас ждем, пока темнота будет. Да. Ага. У нас тут застрелят раньше. У нас отбой будет там, и будет 2 часа. Псы сюда завалятся, нас всех загрызут здесь. Да, они не зайдут сюда. Было. Ой, Калярис, ты там обыскивать не будет. Да что ж такое. Вот смотрите, возврат в камеру. То есть нам нужно 2 часа как-то выжить. Нам не стоило эту стенку ломать, черт. После 12 надо было ломать. Нету? Нету. У Калюни были полные карманы, помнится. Да, но меня убили и все. И карманы очистились. Меня очистили. Что-то у нас побег по такому принципу. Давайте, не все выживут. А давайте, попробуем постоять. А если прям в самом начале попробовать постоять? Потому какая что разница? Они там реагируют, они на дверь забегали. Помнишь, они же просто к двери забегали. То, что мы там... А, давайте стоять. Тогда с той стороны встанем. С другой стороны. Может быть, они как-то там застрянут, забагуются. Да и все, выключи. После... Смотрите, никакой тревоги нету. Пойдемте, уходим. А, выключение света. Да, быстро тогда. Пожалуйста. Давайте сваливаем отсюда нахрен. Только сильно не бегите, главное, на свет. Нет, сейчас, давай, подожди, сейчас свет рано выключат, наверное. Тогда только пойдем. Давайте. Да, рано, свет сейчас выключат. Сейчас свет выключат. Не, сейчас подождем, там, я не знаю, отбой или что там будет. Короче, в 12 часов побежим. Да, после 12. Они же особо не проверяют хаты вроде. Сейчас, прикиньте, так выходим, а нас там такой отряд встречает уже под прицел. Блин, 15 там, да, все эти вертолеты. И с миниганом такой один сидит шериф, у которого все значки свистнули. Мы вас ждали, ребята. А мы выбегаем, вроде подумали, что выбрались, да? Так, а то мы все вниз, вверх побежали. Наверное, нужно прямо туда бежать. Прямо вправо до конца бежать, там же высвечивается. Вправо до конца у меня высвечивалось, и там писалось. Вы можете убежать только со всеми. Вправо до конца бежать. Ну, всё, понятно. А мы растерялись. Я просто в стенку уперлись, да, и побежали в разные стороны. Отчет. Все, давайте, прям пару секунд. Ну-с, готовы? Под лучи света не было. Погнали. Что, думаете, все можно? Побежали! Сваливаем! Да, отлично! Побежали!
красавцы. О, смотрите, а чё один? А чё один? Калин, за тобой побежали. За Калин, походу, побежали. Все, меня потеряли. Брюс Уилли. Откуда коня? За тобой. Что за наркомане творится? Что это за хер вообще в шляпе? Это кто? Только не говори, что Макс... А вот он лошадей, смотри, себе идёт. И сейчас мы, наверное, лошадку скачем. Медик, как всегда. Тут как тут. Походу, знаете, самые опасные здесь эти, это медики, ё-моё, они вездесущие какие-то. Быстро мы прошли. Нормально. Вон, Катюху видали, да? Особо опасно. Катюха скоро может себе жилет какой-нибудь замутить, и ордена будет носить. Да и мне тут наконец-то дали эту медальку. Не, вот тут вообще, все-таки опять мать решает. Вот я заметила эту комнату с подвалом. Вот это вот, кстати, наверное, самая интересная была карта. Да, прикольно. Пока что. Это очень интересно было. Как бы первая вообще была тупая очень. Поезд слишком легкая, а вот это вот прям интересное. Ну тут ну, вот это может, первая была. Как бы вообще там это самое оказались в полностью абсолютно незнакомой ситуации, даже вообще не знали, что да как, вот и до. Ну да, а сейчас мы как бы прошарены. Там метались, там чудовищные теории побега выдумывали вплоть до кислоты там, да? Капец. Оказывается, все просто, ё-моё, взять, свалить. Ну что, давайте заварим чефирчика и будем прощаться, наверное. Да, друзья, прощаемся. В общем, с вами, как всегда, были канал GG Play, то бишь Катя и Макс, Калюня Ретро, Андрей Доцент. Мы все свалили. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Все, да, всем пока. Пока.